Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду прошли бы 9 партий. Соцопрос провел в конце июня Центр социальный мониторинг совместно с компанией «Социс» и Украинским институтом социальных исследований имени Еременко. По данным исследования, в тройку лидеров попали бы ВО «Батьківщина», которая набирает более 12%, оппозиционный блок 7,5% и партия «Гражданская оппозиция», которой отдали бы голоса около 7% избирателей. Погрешность выборки составляет не более 1,5%.